Во Франции полиция разогнала в субботу массовую рейв-вечеринку, устроенную в городке Лирон в Британии. Несмотря на запреты и комендантский час, около 2500 человек съехали сюда со всей Франции и даже из других стран, чтобы встретить Новый год под звуки техномузыки. Рейв-вечеринка продолжалась 36 часов, но теперь она окончена. Я запретил проведение этого мероприятия. Оно было незаконным. Нам пришлось задействовать немалые силы для его прекращения. Операция пока не завершена, она займет еще несколько часов. Более 1200 человек уже оштрафованы. Вечеринка проводилась в заброшенных ангарах, где были установлены акустические системы. При разгоне не обошлось без столкновений. Трое полицейских получили травмы. Многие участники заявляли, что ради того, чтобы встретить Новый год как следует, готовы заплатить штраф 135 евро, предусмотренный за нарушение комендантского часа и хождение без маски.